происходит конкурс «Сомелье». Организовали, на мой взгляд, очень крутое мероприятие. Ну и, конечно же, это знакомство, общение. Дает возможность людям, которые еще не принимали участие в основных конкурсах «Сомелье», попробовать свои силы и реально иметь возможность пройти финал. Со мной 19 моих соперников, с которыми предстоит состязаться. Общение с коллегами – это всегда интересно. Мы в ожидании, такой небольшой трепет есть. Компании Loading как один из лидеров с момента вайнстарта запускает новый цикл развития винной культуры. Первым чемпионом вайнстарт становится Кирсанов Леонид. Все было очень круто, спасибо.